Здравствуйте, вы смотрите Кунгурское телевидение, программа «Город новостей». В студии Татьяна Андреева, здравствуйте. Пермская земля уже много веков является промышленным регионом России. Немалую долю в производстве края всегда играл и наш город. Именно поэтому глава администрации Кунгура приняла участие в форуме промышленников края. Леонид Монохин продолжит. Основная идея форума – объединение усилий губернатора, глав муниципальных образований, промышленников и правительства по обеспечению опережающего роста конкурентоспособного промышленного производства, а также повышение социальной ответственности предприятий. Целью съезда стала разработка предложений по механизмам реализации основных направлений деятельности правительства Пермского края на период до 2021 года по реализации промышленной политики и стратегии социально-экономического развития как региона в целом, так и отдельных муниципалитетов. Город Кунгур, как одна из территорий Пермского края, тоже является потенциальной площадкой для развития промышленности. На сегодняшний день, кроме тех предприятий промышленных, которые у нас существуют, это завод «Металлист», КНАУФ, предприятие сельхозпереработки, строится завод сухих смесей на русском поле, который будет введен в эксплуатацию в 2017 году. Кроме этого, есть земельные участки, которые будут предлагаться потенциальным инвесторам для строительства промышленных предприятий в будущем. Одно из недавно запущенных в Кунгуре промышленных предприятий – комплексно-механизированный склад минеральных удобрений. На сегодня это предприятие уже успешно функционирует, производя для края необходимые удобрения – гранулированный хлористый калий, тукосмеси, известняковую муку. Все вещества пользуются постоянным спросом в сельском хозяйстве, а это значит, что предприятие востребовано и является стабильным работодателем. Развитие промышленности на сегодняшний день – это один из самых важных вопросов, потому что если будут промышленные предприятия, будет жить не только Пермский край, в первую очередь будет жить город Кунгур. И очень важно создание и развитие промышленности в городе Кунгуре. Важно, потому что это в первую очередь рабочие места, это обеспечение населения определенным доходом, и кроме того, это, что тоже немаловажно, поступление в бюджет. Это наша вся социальная сфера. Это дороги, это инфраструктура города. Стратегической целью экономического развития края является формирование экономики нового типа, обладающей потенциалом долгосрочного устойчивого роста, которая позволит решить задачу повышения качества жизни населения края. Благополучие кунгуряков напрямую связано с развитием промышленности в нашем городе, поэтому администрация Кунгура заинтересована в инвесторах и занимается постоянным их поиском. Леонид Монохин, Вячеслав Алексеев, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур».